Просто, чтобы обратно не нести, можете все, что не нужно, оставить. А все вот это я оставлю. Я оставлю вот это. Все, хорошо. Значит, давай, оставляй. Я не поняла, что обратно. Выбираю вот три ингредиента цвета. Так. Так, у нас номер 62. Здесь список подарков. Свет, присаживайся. Контурный карандаш для губ. Это вот этот. Ага. Пожалуйста. Спасибо. И Светочка, заполни, пожалуйста, анкету, да. А здесь свои контактные данные, а тут просто да, нет, отметишь кружочком. Угу. Которая? Так, вот она, вот эта. Вот это, да? Вот это. Ее можно... Вот на запястье прискать. Подожди немножко, пусть выгреется спина. Мне вообще нравится. Ну, он такой будет. Ну, он вечерний. Такой более вечерний, он теплый аромат. Такой. Сладкий. Зимний. Это что-то краски еще? Да, краски у нас будут с января месяца. С марта будут краски. А, с марта, да. Для БК будет. Ну, если я участник бизнес-класса, то можно мне будет, да, заказывать. Так что, если что, обращайтесь за красками. Не, я хожу в эту парикмахерскую. У нас, кстати, краски один из лидеров опробовал и сносил к своему стилисту, к которому он все время ходит. И она сказала, краски вообще замечательные, как профессиональные. Вот я тебе честно скажу. Mm-hmm. Я, конечно, я сама не крашусь. А где есть по цветам, так, цветовая эта гамма? Пока вот такие. А, вот. Только в таком виде. Пока так. Mm-hmm. Здесь у нас стоит список подарков. Находите номер 50. Помада Giordani Gold. Так, находим ее. Это вот эта помадка вам. Mm-hmm. Достается в подарок. Коробочка. И нам нужно для обратной связи... Для обратной связи, чтобы вы заполнили анкету. Ну, вы уже отметили, что вам приносит каталог Oriflame. Хотели бы, чтобы наш консультант вам приносил каталог? Или что, распространять, да, еще надо? Нет, не распространять. А как? Это уже другой разговор, 3-5 тысяч, да, дополнительный доход. Это, ну, разговор более долгий, ну, как бы, да. А, в принципе, не заполняйте, у вас тут написано уже. Вас зовут Галина Валентиновна, да? Галина Валентиновна, значит, вы отметили, что вы хотели бы оформить дисконтную карту. Вам сейчас рассказать, что это? Ну, давайте, да? Счет меню. Передумаю. Нет, я думала, что вы не передумаете. Мне хотя бы так с собой для себя, чтобы для, я для себя, да? Что вы обычно берете, что вам нравится в каталогах? Тушь берем постоянно. Тушь вот эту берете, да? Ну, нету, разную пробку. Разную, да? Вот сейчас вот эта тушь 5 в одном, она по хорошей цене, по 149 рублей. При заказе любого средства. А у вас в наличии это есть, да, тоже она? Да. Угу. А вот еще такое зелененькое какое-то было. Зеленая тушь и гипердлина, да, наверное, которую Тина Кандулаки видели где-то. Да. Ага, тоже хорошая тушь. Не расхвалили, да? Очень нет, хорошая. Нет, уже ее. Есть, да? Есть. Туалетные воды покупаете? Да. Покупаете, да? Угу. Вот смотрите, тут 599 рублей, да, у нас стоит. А, если у вас есть дисконтная карта, так, мы отнимаем 25%. Вам туалетная водичка придет за 461 рубль. Но у нас есть плата за доставку, да, сюда машина с Москвы едет, привозит, да, 62 рубля, вне зависимости от заказа, от суммы заказа. То есть 62 рубля. И плюс офисный сбор у нас 10 рублей. 533 рубля, 60 рублей, ну, считайте, да, 60 рублей вы сэкономили. Вот, тем самым, что вы там еще что-то себе выбрали, в принципе, сумма на экономии очень хорошая. А сейчас у нас идет акция еще, если у вас будет на 1000 рублей будет заказ по этому каталогу, то у вас дисконтная карта вам обойдется бесплатно. Сейчас так она 149 рублей стоит.
Вот. В принципе, на 1000 рублей вы сможете посмотреть. По ценам для консультанта. По ценам для консультанта на 1000, да? А так на 1300 получается. Да, получается, что если вам так проще будет ориентироваться, на 1300 по ценам каталога, и у вас будет бесплатная вам дисконтная карта. И вы всегда сможете на любую сумму с 23% скидкой себе заказать. Или листовку, или, да? Ну, заказать. Подарочный набор еще нет. Подумать-то можно, да? Так, подумать. Вы мне не дадите вот такой каталог? Я вам каталог тогда дам с собой. Возьмем данные просто ваши. Да. У вас с собой сейчас паспорт? Ну, да, по-моему. Давайте мы ваши данные запишем. И сейчас просто идет очень выгодная льготная кампания, то есть если вы заказ на 1300 делаете, то регистрация не 149 рублей, а бесплатно, плюс еще набор в подарок придет, и уже скидку эту 23% вы получите на свою продукцию. А у вас по карточкам так вы не работаете, да? Оплата у нас заказов идет через терминал, то есть у вас будет номер в компании, денежки вы оплачиваете при получении коробочки. За доставку коробки компания берет 62 рубля. То есть сумма заказа у вас может быть 5000 рублей, может быть 500 рублей. Это не важно. А вы слово такое идея по карточкам, это что значит? Ну, Сбербанк. Наличных-то что-то сейчас как-то нет. А, в смысле, чтобы... Арифлейм вы сможете оплачивать с карточки в Сбербанке, то есть там оплату можно производить на номер компании Арифлейм. Там можно? До рубля причем сумма, то есть вам нужно заплатить 461 рубль. Вы 461 рубль с карточки проплачиваете. Просто потом мне сюда чек приносите об оплате, и все. Галина, когда вам позвонить... Сегодня у нас суббота, понедельник. Хороший, позитивный человек, богатый. Раздевайся. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Сейчас работаю над ошибками. Подожди.